Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Так, давай-ка мы определимся. Давай сыграем, наверное, за зеленую тень. Попробуем. Может быть, перейдем сегодня во второй, в 32-й ранг, хотя я почему-то сомневаюсь. Кстати, мы играем против Делириум, это наш соотечественник. То есть, ну, я имею в виду Russian Federation, потому что никнейм написан на русском языке. Так, что же это у меня тут такое взято? Ореховая, да, получается у нас? Ореховая команда. Фасолевая, ореховая и тому подобное. Так, а он делает сразу добор двух карт. Вот такие пироги. Что он будет делать? Сейчас посмотрим. Ничего. А если я вот так сделаю? Да ладно, такого быть не может. Ать! Ать, как срабатывает защита, ребят. Ну, то-то и оно. При разыгрывании растения со способностью. Будем пробовать. Ты смотри, что делает, а? Блин, ребят, сейчас у него сработает защита, да? Если я поставлю вот этого. Сундучок. Легендарные карты хочешь набрать? Ага, набирает. Ты гляди-ка, что творит, а? Может быть, нам получится все-таки его сдуть? Да кого ты сдул-то, ядрен Матрён? Ну кого ты сдул? Что делать будем? Делать будем следующим образом. Вот так вот, да? И еще вот так вот. Поехали. Я ему не рекомендую, естественно, сейчас какую-то карту доставать. Но он все-таки делает. Он все-таки это сделал, да? Ну что, придется его выкинуть, наверное, отсюда или как? Я не знаю. А что у него тут? Защита сработала, да, получается? Ух. Это не очень хорошо, ребят. Это прям вообще не очень хорошо. Ну, естественно. Сейчас смотри, что сейчас будет. Смотри внимательно. Нет, это уже тебе не поможет, парень. Тогда еще лучше даже. Поехали. Раз и два. И ничего у него не получилось. Хотелось, но ничего не вышло. Так, нанесите 20 единиц урона заразительной сальса. О как. Ну что, давай попробуем заразительной сальцей поиграть. Вот она у нас. Я даже не буду смотреть специально вот так вот, ребят. Хочу проверить. Чисто по фану. Я не знаю, что там за колода собрата, так скажем. Может быть, танцоры, может быть, еще что-нибудь. Но оно так будет интересно. Короче, мне нужно нанести 20 единиц урона, да, по-моему? И против кого? Блин, против зеленой тени. Ну это... О как. Так, напоминает мне колоду танцора, если честно. Посмотрим. Ага. Значит что? Значит, он опять же тут на горошках, да, на всякой ерунде собирается тут дрынкать. Поехали. Ну, я думаю, он догадался, да? Так, ну эту гадость мы уничтожаем. Я
Я не знаю, зачем он ее сюда поставил. Фиг его знает. Зачем он вдруг так захотел сделать? Опа. Опа, она что творит? Ты гляди. Ать! Сейчас сюда пятерочку, да, залетит? Ой, залетит, друзья мои, пятерочка сейчас сюда. Ой, как будет плохо. Но нет. Он немножечко другой сделал. Хм, а как мне тут прикажете быть? Так вот, если только сделать. Ну, так себе. Че он все хочет этого прокачать, что ли? А, сюда? Только не вот этого, пожалуйста. Не сноси вот этого. Погнали. Так, сейчас двоечку в лицо. У него сработает защита, интересно, или нет сейчас? Нет. Так, ты видишь, сколько у него карт? Я думаю, это любой увидел бы, да? Так, подожди секундочку. Если мы сделаем, например, с тобой вот так, например, да? Вот так. И вот так. Заморозку делает. Слушай, он достал. Он достал меня вот этим своим дрынь. Ну, понятно тут. Давай еще разок сделаем так. Звезду. Так, где у нас там? Тынц, да? И вот так вот хлоп. И что сделаем? Ну, вот так вот, наверное. Ну, сейчас работает защита, понятно. Он сейчас в лобешник не зарядит. Он сейчас, ребята, зарядит в лобешник пятерочкой, прикинь. Но на следующий ход ему крышка, конечно же. Да. Ну, это не удивительно, ребят. Удивительно будет сейчас. Что мы сделаем? Вот это удивительно. Так, ну что, мы нанесли заразительное сальце и то, что там нам надо было. Да, сделали. И получаем... О, диск... ну да, диск кристаллов, ребята. Так, и сколько у нас получается? 905. Подожди, что там за задание вылезло? Блин, я просмотрел. Сейчас, секунду. Блин, да ладно, цитроном. Да не умею я за цитрон играть. Так же, как вот здесь не могу за цитрон не умею играть. Как там не умею играть за этого. Как его звать-то, скажи мне? За профессора. Что это у нас тут? Ореховая гладь какая-то. Ну, давай, я не знаю, ребят. Ну, это бред. Мне кажется, это бред. Ничего у меня не получится здесь. Знаешь, чтобы играть за вот эти вот орехи, нужно иметь... нужно иметь... Там такое есть надгробие. Так его, наверное, назвать можно, да? Который преобразовывает твое здоровье в атаку. Да, вот тогда я понимаю, есть смысл. А так... Тем более еще против великануса... Хе. Черт его знает. Нет, можно, конечно, попробовать. Но, ребят, это беспонт. Вот именно против великануса это беспонт. Так, могилоед выпал нам. Растение со способностью амфибия. Ну, вот, например, вот это у нас идет как амфибия, да? Да, идет амфибия. Что он там получает? Плюс 2 к атаке. Ну, видишь, что он делает? Кого-то там хотел позвать. Кого? Ага, Ханаурика этого.
Сундук. Блин, сундук, ребята. Что делать-то будем? Давай вот так вот сделаем. Сделаем вот так вот. Но он поставит сюда кого-нибудь, я так понимаю, да? Оу, меняет на заморозку. Серьезно? Ну ладно. Зачем он это делает, а? Где мои зеркальные вот эти вот, блин? Вот объясни мне, а? Я вот не вижу их. Давай вот так вот поставим. И что мне это дало? Две единицы. Блин, он же... Он пробивает напрочь, да, все, я смотрю. Ну-ка нафиг, подальше от этого. Неужели еще у него есть такой ландшафт, а? Кровожадность. Ну, боится он, правильно делает. Что боится. Вот прокачал бы он еще... Да ё-моё, ну... Не, ну ты, конечно, погорячился, мне кажется. Это ты, братуха, погорячился. Что, наверное, сюда? Или как? Так, наверное, лучше сделаем. Что мы делаем, я ума не приложу. Так, заморозочку. Окей. Если он хочет там на доборах, я сомневаюсь, что он сможет на доборах дожить. Так, ну что, будем ставить? Ого. Ты этим... вот ты что задумал, да, значит? Так, друзья мои, тут надо что-то придумывать. Давай-ка вот так, наверное, сделаем. Оу, щит, он же пробьет сейчас. О, вот это я тупанул. Ты понял, да, почему? Он же пробьет сейчас в защиту, этот сдуется. Что-то я об этом совсем не подумал. Ой, дурак, ё-моё, не чтобы вот сюда хотя бы стоять. Все, ребята, это фейл. Тут сам виноват. И этого сейчас уничтожат. Не, у него не действует. Вот это да, вот это Уэлсон, блин. Ну это бред, это все, ребят, это фейл. Какого фига я вот сюда-то поставил? Я вот не понимаю вот этого. Хе-хе, испугался. Еще раз говорю, ребят, Цитрон для меня это полный фарш. Я не умею за него играть. Одну единицу урона нанес. Не, надо какую-то, я не знаю, что-то другое придумать за этого Цитрона. Может быть, какую-то другую колоду. Давай посмотрим, что мы можем придумать. Мы можем, кстати, сыграть тоже на орехах. На орехах, на фасольках. Я вот, кстати, ни разу не пробовал. Давай посмотрим, что у нас из этого получится. Думаю, будет, наверное, прикольно посмотреть. Так... Там фасоль, да? Бобовые.
Фасоль, бобовые. Так, раз, два, три. Наверное, возьмем этого на всякий случай. Как раз, два. Могилоед, наверное, нам понадобится, мне кажется. Раз, два, тоже возьмем. Три даже, три могилоеда. Так, а это у нас идет как кто? Ага, как гороховые бобы. А это здесь нет у нас? Тю-тю-тю-тю, которая... Вот она. Есть. Вот этих обязательно нужно взять. Этого возьмем на всякий случай. Фиг его знает, как там повернется все. Черт его знает, возьмем на всякий случай, да? Ну что тут еще? Амфибия команда. Водяной орех. Боб растения. Давай так, наверное, попробуем. И вот так. Что тут еще такого можно эксклюзивного взять? Да, по-моему, ничего, ребят, больше тут не возьмешь. Ландшафтов сколько? Две штуки? Всего две штуки ландшафтов? Это мало. Ну что, друзья, пробуем. Такой вот у нас получается цитрон. А уж как получится играть им, фиг его знает. Друзья, еще раз повторяю, не умею я играть за этот цитрон. Так что не обессудьте. Так, что-то тут надавали. Твою налево, ну что это? Че, а у цитрона есть такая штука? Не знал, что у него есть такая прекрасная штука. Так, ну что, давай, поехали. Пускай он там тратится. Угу, орех. Да иди ты. Я же его сейчас превращу в... Ты вот как делаешь, да? Обидно, что 5-то в лицо получим. Хотя, с другой стороны, что обидного-то? Сейчас мы его ушлепаем. Так, здесь вот так вот делаем. Здесь делаем вот так. Кто, посмотрим сейчас, кто у него там прятался. О, пиратик. Пират у него там прятался, оказывается, ага. Ну и что ты там задумался? О, вызвал. Давай, наверное, вот так вот сделаю. Там посмотрим, что он будет делать. Может быть, опять силу или что там у него. У него же есть заклинашка, 100% тебе говорю. Тхе. Так, это же у нас команда. Понятно, что это такое вообще. А это команда, нет? Это команда. Там, мне кажется, с прочерком, друзья мои. Что-то связано с прочерком, 100% говорю. Поэтому поехали вот так вот сделаем. Там, возможно, пират. Возможно. Да, но не тот.
Понятно, короче, сдался. Я даже ему урона не нанес. А мне нужно было нанести, по-моему, 21 урона, да? Пробуем опять. Так, у нас ржавый разряд вылетает. Ну, в принципе. Ну что это? Ну что это? Ну ёк-макарёк, ну серьезно что ли, блин? Лучше, блин, не придумаешь. На заклинашках, что ли, хочешь сыграть, парень? Чего? Я тебя понял. Ну, что ты там будешь делать? Давай посмотрим, если я вот так сделаю. Есть у тебя чем заменить? Защитку может поставить, кстати. Не, он вирус делает. А, ему все равно крышка, да, получается? Ну, да. Ладно. Так, что-то он ничего не стал ставить. А я вот так вот сделаю. Так, сейчас пойдет добор у нас. Сейчас, друзья, пойдут у нас доборы. Ать, чуть-чуть не хватает. Да, чуть-чуть. Смотрим. О, какой он. Блин, надо было его уничтожать, нафиг, чертовой бабушки. А как бы мы его уничтожили? У нас могилка появилась позже. Короче, начинает сейчас свои доборы. Есть шанс, кстати, ему не дать этот добор. Есть ведь? Я не знаю, вдруг он сейчас бомбанет чем-нибудь плохим. Давай проверим. Он может его усилить, он может его сделать бессмертным. Ну, неуязвимку повесить. Да дофига что может сделать. Хей, твою налево, ты смотри, что творит, а. Про это я и совсем забыл. Опять вирус. Ладно. Мне нужен этот бобовый, чтобы тоже делать доборы. Но их нету. Их нету, ребята, понимаете, в чем дело? Давай, наверное, сделаю так вот. Сюда. И сюда. Там уже пускай думает, что хочет. Пускай распределяет, как хочет. У него энергии дофигища. Точнее, у него эта колдунья есть. Алхимичка. Угу. Начинает вот так вот, с камушка. Возможно, сейчас будут хорошие траты. Еще вирусик делает. Окей. Так, докачает их до 4, им всем крышка. Ну, ё-моё, началось. Все, крышка им на следующем ходу. Это меня уже радует. Конечно, нам тут сейчас пробьют лицо. Очень неприятно. Но этих я тоже охламонов всех уничтожу. Было бы лучше, если бы он, конечно, бы тут. О, видишь, что творит? Опа, вирус опять свой делает. Но этого он не пробьет в любом случае.
Мы его уберем отсюда, наверное. Или как нам лучше сделать? Фиг его знает. Оу-оу-оу-оу, тихо. Пацан, ты... Блин, а я ничего... Я ничего сделать не могу. Это бесполезно, ребят. Прикинь, все началось из-за того, что этого хламона, которого здесь появился в надгробии, мы не уничтожили. Вот он и нахапал ему карт. Ну что я могу сделать? Это не от меня зависит. Я старался как мог. Погнали. Все равно нужно нанести ему и урон. Ну, я ненавижу, когда вот так вот дают. Блин, хоть ландшафта убирай к чертовой бабушке, слишком много. А вот где ты был раньше, вот, вот этот вот? Блин, ну вы серьезно, даже здесь ничего не могу сделать, прикинь. Даже здесь я беспомощен. Давай ты там стоишь, дергаешься. Я знаю, что он там будет делать сейчас. Он сейчас будет его куда-нибудь передвигать. Это 100% тебе говорю. Ой, вот так вот. Вот это я тупанул сейчас, друзья. Да, ладно, хорошо, фиг с ним. Посмотрим, что он сейчас будет делать. Сейчас 100% сюда будет ставить кого-то, да? Конечно же будет ставить, но мы сделаем немножко по-другому. Мы поставим вот так вот. Еще вот так вот. А там посмотрим, кто у него выпадет здесь. Вот как он делает, понял? Так, это придержим. Так, что дальше-то? Как тут лучше сделать-то? Давай вот так, наверное, сделаем. Посмотрим. Сейчас кого-то сюда поставить наверняка же. Нет, он делает вон шаманство, бесенка, фигонка и тому подобное. Сейчас еще защита тупорыла его сработает. Втягивает две карты. Что мы можем сделать? Смотри, что творит. Ты смотри-ка, что творит. А что я сделал? Что я сделал? Ё-моё, я пропустил ход, блин. Какого фикуса-то? Так, этот бонус на атаку нам. Ну, давай, хорошо. Поехали. Так, ну этот получит врыло, понятное дело, да? Да. Слушай, он не заколебал ли, а? Со своими вот этими вот штучками-дрючками. Что ты мне выдал, а? Ребят, я не знаю, что тут еще ставить. Ты герой. Тут-то кто у тебя? Опять этот могильщик, а? Не говорю за цитроны. Это какой-то полный шлак, ребят, играть. Да ты заколебал ты со своими этими надгробиями-то, а? Хмырь. Что тут сделаешь? Давай сделаем вот так, наверное. Я не знаю, что еще тут можно придумать. И вот так вот. Ну все, понятно, короче.
Хотя, подожди, что понятно, он же сейчас в защиту нам пробьет. По идее, должна быть защита сработана, так ведь? Ну да. Какого-нибудь Папандопола его превратить. Я уже от безвыходности вот так вот сделаю. Все, смотрим. Пират. Сейчас что-нибудь да вытянет. Но он сейчас вытянет только зомби. Что я могу здесь сделать? Я, наверное, сделаю вот так вот. Бредотня, да, какая-то? То есть вот так вот, наверное, сделаем. Ну и вот так. Черт знает, как тут еще можно сделать лучше. О, так ты зря вытягиваешь карту. Хотя почему зря? Так, этого убрали. Все, ребят. 20 единиц урона наконец-то я сделал или нет? Покажите мне, пожалуйста. Ну, неужели, ё-моё. Так, друзья мои, остается всего лишь 8... Сколько там? 85, да? 85 кристаллов, и, друзья мои, будет 1000. А 85 кристаллов это мы можем получить, если перейдем, наверное, на 40-й ранг. Ну или, естественно, делать ежедневки. Ну что, друзья, на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.